Глядите, если хотите. Настенька! 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 Вот сюда! Ух, змеище! Жизнь гостям. Да, у нашей дуры ни лица, ни фигуры. Вся в папеньку. Так я... Молчу, молчу. Ну, угости хорошенько, паже его величества, Асырк. Асырк, крыса. О чем вы шепчетесь? Мы. Мы просто так. Ах, просто так. Пройдемте. Я вас хорошенько угощу. Не имеет веры, утонул. Да чтоб мне воды не захотелось пить, старый перепельчиха, и видел собственными глазами, как повесился кузнец. Скажу лишь, чтоб мне водки не захотелось пить, старая пьяница. Может быть, такой сумасшедший, как ты, чтоб повеситься. Он утонул в проруби. Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки. А разве я не знаю, что? Что? Что к тебе дьяк ходит каждый вечер? Что дьяк? Кому дьяк? Дьяк? Я дам знать дьяка, это кто говорит дьяк? От кого ходит дьяк? Четыре. Шесть. Как же я их понесу? Сумочку-то я забыла. Дай мне пакетик какой-нибудь. Нет у нас, бабусенька, бумаги, нет. Ну так что же, я в подоле что ли понесу? Я вам русским языком объясняю. Нет у нас завертки, нет. У вас кармашки, есть кармашки? Да нет у меня кармашки. Мне, пожалуйста, бутылку водки столичной и бутылочку Кагора. Только заверните, пожалуйста. Гражданин. Товарищ мой дорогой, я же при вас, бабусеньке, объясняла. Нет у нас завертки, нету. Вы глухой, что ли? Нет, мне яблочное варенье. Да я не вам, дедуся. Это вот гражданин с бородкой, он плохо слышит. Я очень хорошо слышу, но не могу я вот так вот по улице ходить. А вы газетку с собой взяли старенькую? Небось, газетку читаете? Человек, видать, интеллигентный, а зря беспокоитесь. И мне голову морочите, миленький. Гражданин! Вы что, фонарели, что ли? Иван Степанович! Иван Степанович! Вот вам, мамаша, яичек. Иван Степанович! Иван Степанович! Ну чего кричишь-то? Плакатные кульки разорвали. Я с ними по-культурному как договорились. Они, понимаешь, халят, безобразничают. Ты еще с улыбочкой? А этот бороду-то отрастил, как у Пушкина. И воображает. Я ему говорю, вы бы газетку старенькую с собой взяли, а он плакат сорвал. Нюра, не волнуйся. Да как же не волноваться-то? Другой повесим.